Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня 7 августа, пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой вы продолжаете видеть у меня за спиной. Итак, 7 августа. Сегодня для трейдеров двойной праздник. Почему? Во-первых, сегодня нон-фармы. А во-вторых, сегодня день пива. И эти два события прям вместе навалились на трейдерскую душу. Я надеюсь, что эти оба праздника принесут вам удовольствие. Ну, а мы перейдем к обзорам. Сегодня у меня одна фундаментальная статья пока. Вот, техническую я написал, но она уже отработалась, пока я писал. Поэтому пока не буду публиковаться. Вот, значит что, интересные мысли по партийным войнам в США. Все не так просто у них, как хотелось бы Дональду Трампу. Вот, а техническую сторону мы обсудим с вами на графике. Давайте перейдем к нашим инструментам. Итак, первый инструмент у нас золотишко, как обычно. На мой взгляд, золото устало расти. И мы устали наблюдать за сумасшедшими числами в котировках. Вот. И видно, что американцы, несмотря на бычий настрой рынка, все-таки начинают подшарчивать этот инструментик. Я думаю, это связано с сегодняшними новостями, которые могут выйти. Кстати, безработица не такая страшная, как ожидают все. В том числе, например, первичные заявки по безработице вышли лучше прогноза на самом деле. Поэтому могут пройти фиксы, и можем увидеть хотя бы одну черную свечу по золоту на дневном графике. Но пока я бы здесь не заряжался по-серьезному. Тренд, конечно, откровенно бычий, и местных площадок поблизости нет. Сегодня на Азии прошел такой первая шортовая инициатива, хорошая за последнее время. Она, пожалуй, первая. Вот. Что может свидетельствовать о том, что азиаты начинают уже подфикситься, потому что цены прям очень-очень шикарные. Дальше, евро. Сегодня хотел дать идею на пробой площадки, вот, которую дали азиаты. То есть также азиаты, видно, что начали фикситься и в евро. Вчера у нас был пин-бар на экстремуме, вот, сегодня его с огоньком обновили. Вот, и есть, конечно, большая цель вот здесь внизу, но я думаю, ее пробьют в случае хороших данных по США, которые сегодня будет 15.30. План на понижение сохраняется. Кто удержал отложенного пробоя шорты, держите до 1.17. Вот, ждем истинного пробоя площадки вот здесь. Но я думаю, что до Америки рынок будет во флейте. Что касается британца, британец также дал пин-бар на хаях и сегодня откатывает вниз. Торговых идей по нему пока не даю. Оставим этот инструмент в покое. Мега перекупленный, я думаю, что тоже должен подвалить немного. Доллар-иена. Доллар-иена потихонечку вырисовывает нам структуру ABC, о которой я говорил пару дней назад. И надеюсь, что она сегодня отработает трехволновочку, которую мы увидим выше 106.500. Вот, я надеюсь на вот такой сценарий и продолжаю удерживать этот инструмент. Что касается кроссов, у нас пока ничего не меняется. Перспективный австралиец-новозеландец на 1.09 остается, и удержание австралийца-канадца, на котором мы подженились пару месяцев назад. Дальше, инструменты с франком. Также видно, что и в доллар-франке доллар начинает потихонечку крепнуть. Вот. Опять же, связано это, возможно, с фиксациями продавцов перед нон-фармами. Это нормально. Вот. Если нонки выйдут нормальные, то доллар, естественно, окрепнет. И доллар-франк, наконец, даст нам возможность разгрузить шортовую сетку. Что касается инструментов с иеной, кроссов с иеной, продолжает нас радовать франк иена. После каждого обновления своего экстремума очень глубоко откатывает, очень глубоко.
по 70 и более пунктов, если зацепились с перехая в рамках сеточного метода, опять забираете сотку и фиксируете прибыль. Доллар канадец вернулся с ложного пробоя своего уровня. Опять же, все это говорит о локальном укреплении доллара. Но я не буду здесь давать рекомендации в лонги, в левшорты. Здесь нет промежуточных площадок в рамках метода охоты за стопами, которые мы с вами используем. Нефть. Также пока интересно только в рамках местной площадки на части. Давайте покажу ее. Это основание вот этого импульсного бара, вот, за которым могут прятаться покупатели. Поэтому, если вы купите сейчас нефть и поставите стоп вот сюда, скорее всего, у вас вынесут вот здесь. Поэтому можно работать либо на пробой этого уровня, либо не покупать возле него. В принципе, это единственная рекомендация по нефти, которую я даю. Не покупать ее вблизи основания вот этого импульсного бара. С газом мы заканчиваем. Я его, скорее всего, полностью удалю. Вот, потому что идея отработалась. И работать с ним я пока не буду. Так, австралийский доллар. Площадка остается. Можно дождаться шортовой инициативы, которая здесь у меня на графике по вчерашнему дню. Она просто переносится дальше. И трехволновочка, я считаю, вполне может прийти на 0,705. Вот этот уровень меня интересует. В принципе, все. Сегодня будут нонки, сегодня будет жарко. Будьте внимательны сегодня вечером на новостях из США. Давайте посмотрим вопросы на YouTube-канале. Так, не то. Вот это. По вчерашнему видео 8 комментариев. Поехали. Так, убытка. Да, австралиец. Австралиец нас не кормит. Давайте посмотрим дальше. Стратегия по сеткам, спрашивает. Человек имеет 3-4 отложенных ордера, шагом 50. 50 не панацея, может быть и 100. Если рынок цепляет только первый ордер, фиксирует сутку, да. Если цепляет второй ордер и эти 100 пунктов для фиксации, считаю, да. Да, то есть если вы поставили второй ордер и... Ну, допустим, у вас шаг будет 100 пунктов, к примеру. И вам дает 100 пунктов не первый ордер, а второй. При этом первый будет давать 0. Можно тоже закрыть позицию плюс 100, потому что по деньгам будет то же самое. Так, сетки, да. По евро шорты, да. Разгон депозита при помощи сделки счета осуществляется на основе дневных сигналов. Да, да, понятно. Разгон можно делать на любом тайме и даже на одновременно на нескольких таймфреймах, открывая сделки в разные стороны. Единственное, что сегодня у меня было видео по разгону. Я его не буду здесь рекламировать, но я думаю, вы его найдете, где я разгонялся на М5. Вот за 2 недели 130% при просадке в 20 по методу, который я озвучивал. 3 удачные сделки. Не дневные, с опорой на американские инициативы. Вперед. Можно и на дневках это делать. Это может быть обычная стратегия, которая будет приносить там, не знаю, десятки процентов годовых на дневках. Но при этом очень-очень маленькие будут просадки, что для определенного круга инвесторов очень важно. А для другого широкого круга мелких инвесторов важны быстрые разгоны. Поэтому вы можете охватить этот рынок по полной программе, ну вот, и привлечь разные деньги. Так, курю? Нет, я не курю, слава богу. Не прет мне эта тема. Но сегодня день пива, и я этот день отмечу по-своему. Надеюсь, вы тоже. Так, в принципе, все. Основное событие дня сегодня ноночки. Будьте внимательны торговле вечером. И до встречи уже в понедельник утром на очередном обзоре для InstaForex. Всем пока.